В университете имени Жубанова вручили сертификаты выпускникам проекта «Хумыс университет». Он реализуется с 2021 года и дает возможность гражданам предпенсионного возраста пройти обучение по разным направлениям. Зарина Утба продолжит тему. Одной из основных задач реализации проекта «Кумос университет» является создание благоприятных условий для адаптации старшего поколения к современным тенденциям, самосовершенствование, формирование и развитие коммуникативной среды, пропаганды здорового образа жизни, а также помощь в освоении современных технических средств и информационных технологий, повышение правовой грамотности и эффективная организация досуга. Как видно из названия, это университет для зрелых, для пожилых людей, достигших пенсионного возраста. Вообще сейчас во всем мире активно продвигается идея обучения на протяжении всей жизни. То есть обучение способствует активному старению. Это достигается через развитие умственных способностей, это сохранение, это предотвращение деменции. И что очень важно для людей, достигших пенсионного возраста, это чувство принадлежности, это чувство среды, и чувство причастности к чему-то большому. И я думаю, что мы достигли данной цели. Помимо такого чувства, мы дали нашим курсантам различные навыки, которые включают цифровые навыки, также было рукоделие, курсы музыка, вокала, физическая культура и разные другие курсы. В 2024 году данный проект был продолжен. В период с февраля по апрель 65 представителей старшего поколения старше 50 лет прошли обучение по программе, которая включает в себя 7 курсов, и приобрели новые навыки по направлениям: цифровая, финансовая, правовая грамотность, английский язык, вокальный ансамбль, лечебная физкультура. Обучение КМУС университет были разработаны педагогическим составом регионального университета имени Кудайбергена Жубанова. Стоит отметить, что в этом году участниками проекта были люди не только старше 50 лет, но и более старшей возрастной категории, старше 60 и 70 лет. Самая старшая участница больше 80 лет. Зауза Молдыбаева. Очень хорошо мы занимались еженедельно. Каждую неделю два дня, это понедельник, среда, по 3 часа. Даже мы, оказывается, занимались без перерыва. В течение 3 часов. На группе было где-то 15-12 слушателей, все пожилые люди. Все было хорошо, нормально, освоили это азы компьютера. Потом я училась еще, ходила на курсы английского языка. Английский язык – это тоже сейчас актуальный вопрос, потому что сколько сообщений, сколько статей проходят, надо понять, прочитать и самому, чтобы узнать. Вот это пришла, подала заявление и записалась сразу на 2 курса. И окончила все нормально, хорошо. В зале «Мангалик-Ель» состоялась торжественная церемония, на которой выпускниками КУМУС университет были вручены сертификаты о завершении обучения. В дальнейшем ВУЗ продолжит реализацию данного проекта. Также планируется запуск курсов казахского языка. Каждый раз спрос порождает предложение, и видя, что хотят дальше наши слушатели, мы уже дальше хотим предложить курс казахского языка, уже более для широкого слоя населения нашего Актюбинского региона. Диапазон наших слушателей на данном курсе – это люди старше 50 лет. Но именно касательно казахского языка мы все-таки думаем, что это важно для экономически активного, продуктивного населения тоже. То есть, возможно, мы здесь можем пересмотреть возраст, и, возможно, люди даже старше 40 лет, младше 50 лет могут иметь доступ к нашим курсам. Сейчас проект на стадии разработки, мы еще думаем, брейнсторм как бы продвигаем, между собой обсуждаем, потому что это, как сказать, бесплатный проект, да, поэтому мы должны думать, за счет каких ресурсов мы должны обеспечить такие курсы. Отметим также, что среди приглашенных на мероприятие гостей были председатели городского и областного совета ветеранов, принимавшие участие в организации проекта. Зарина Утба, Самат Каликенов, телеканал «Актобе».